вечер, дорогие девочки и мальчики! Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в гости к Дуняше! Сегодня, ребята, мы с вами совершим увлекательное путешествие. Мы с вами отправимся в замок, в королевство чисел и цифр. Ух ты, а королева там будет? Да, но как ее зовут, мы узнаем немножечко позже. Итак, наше путешествие начинается. В одном замке жила одна королева. У нее был один трон и одна корона. А звали королеву Ее Величество Математика. Ей было очень одиноко, потому что в замке она жила одна. Но мы можем ей помочь. Мы очень хотим помочь. А как? Чтобы к королеве в замок пришли гости и развеселили ее, нам нужно отгадать непростые загадки. Вы любите загадки? Да, ведь все любят отгадывать загадки. Давайте поскорее уже отгадывать. С удовольствием слушайте первую загадку. В моей истории какое слово повторялось чаще всего? Давайте-ка мы вспомним эту историю. В одном замке жила одна королева, и у нее была одна корона. Так, дальше, Ванечка, продолжишь? Да, еще трон был, как королевский стульчик. Ну, так какое же слово чаще всего вы только что произносили? Королева была совсем одна, это значит, что был один. Правильно, это слово «один». Молодцы, правильно отгадали. А слово «один» означает число или количество. Другими словами, показывает, сколько тех или иных предметов. Вот, например, сколько корон было у королевы? Одна. Правильно. А если мы захотим записать это число, нарисовать его или слепить, вот тогда нам понадобятся цифры. Цифры, ребята, это то, как выглядит число. Вот, смотрите, вот так выглядит цифра 1. Королева была? Одна. У нее была корона? Одна. Трон? Один. Правильно, запомнили? Да. Ой, какая она худенькая, цифра 1. И носик у нее длинный. Верно. А чтобы лучше запомнить эту цифру, мы с вами ее сейчас слепим из пластилина. Ну, ребята, давайте выберем яркий цвет пластилина, из которого мы слепим циферку 1. Какой вам нравится? Яркий-яркий. Нет, такой. Розовый? Ну, значит, ты согласен, Ванечка? Розовый? Хорошо, будет розовый. Так, разделяем. Дашенька, тебе поменьше кусочек, ты катай маленькую колбаску. А ты, Ванечка, колбаску длинную катай. Давай, давайте помогу. А мне можно коротенькую? Да, тебе коротенькую. Вот такую. Нет. А почему коротенькую? Давайте рассмотрим циферку 1. У нее, смотрите, носик она состоит из двух палочек, да? Одна палочка длинная. Держи дальше. Раскатывай колбаски. Раскатывайте. Давай тебе размягчу пластилинчик. Итак, мы должны сделать две палочки. Одну длинную – это туловище цифры 1. А другая будет покороче. Это будет носик. Носик. Вот я тебе немножко помогла. Наверное, это даже много будет. Чуть меньше. Вот, раскатывай колбаску. И мы сейчас с вами сделаем циферку 1. Красивую, худенькую, с маленьким носиком. Давай, Ванечка. У 1 будет еще длиннее носик. Очень длинный не надо. Надо. Это будет бабка Ёшка. А то будет циферка ходить и перецепаться через свой носик. Так, вот. Вот так вот. Одна палочка. Моя даже больше, чем... Так правильно, у тебя же палочка – это туловище циферки. А теперь, Дашенька,
Давай мы чуть-чуть ему короче сделаем. Ты не против? У нас сильно длинная. Так вот. Вот такая цифра у нас получилась. И называется эта цифра? 1. Правильно. Теперь вы ее запомнили? Да. Хорошо. А я хочу загадать вам следующую загадку. Почему королеве математики одиноко было в королевстве? Потому что она была одна. Так. Потому что к ней никто не приходил. Совершенно верно. А знаете ли вы, милые мои, что на свете существует и цифра, и число, которые означают слова «совсем ничего нет». Знаете об этом? Как это нет? Такого же не бывает. Как можно написать цифру «то», если ее нету? Можно написать. Для этого есть цифра. Вот такая. А называется она 0. То есть ничего нет. Так вот, эта цифра 0 поселилась в замке королевы математики. И ничего об этом не сказала королеве. Забыла. Поэтому, когда к королеве приходили гости, Ноль отвечал: «Здесь никого нет». Поэтому у королевы и не было гостей. К ней никто не смог попасть в замок. А почему это Ноль так поступает? Потому что Нолик любит поспать, а гости могут ему помешать. Но теперь мы знаем, почему королева математика была одна. А мы поможем ей позвать в замок гостей. Правильно, Дашенька. Мы выучим все цифры и пригласим их на бал в замок королевы математики. Но, к сожалению, на сегодня наше путешествие мы должны закончить. Сегодня, друзья, мы с вами побывали в сказке. Заглянули в замок королевы математики. Мы, ребята, познакомились сегодня с цифрой 1. А еще мы узнали о цифре 0. Сегодня мы многое узнали и многое успели. А теперь давайте прощаться. Спокойной ночи! До свидания! До новой встречи, друзья!